Привет, как дела? Хорошо, у тебя как? Отлично. Куда мы приехали? В магазин Айка и Дафна. И сегодня я вам проведу очень интересную экскурсию и расскажу про мебель в стиле лофт. Искренне надеюсь, что вам понравится, и вы не забудете поставить лайк. Начнем. Итак, начнем мы с самого приятного. С дивана. Просто посмотрите, какой он классный. Очень приятная, мягкая ткань. И сам он очень удобный. Можно спокойно расслабиться после тяжелого дня и отдохнуть. А цвет серенький. Очень приятный глазу. Идем дальше? Вперед. Что у нас дальше? Еще один диван. Очень красивое название. Феникс. Советую его опробовать. Садитесь. Окей. Круто. Мягко? Зашпись. Конечно, мягко. Идемте дальше. Итак, у нас здесь есть стеллажи. Вы думаете, что это просто железо? А это не просто железо, это русская сталь. В общем, здесь еще можно прикупить книжку. Например, Анна Тот, до того как, или договориться можно обо всем, или Волк и козлята. Очень классные стеллажи, которые идеально впишутся в интерьер. У вас тоже дома может быть такая книжная полка. Круто. Я согласна. Это моя любимая. Это подушечки. Мягкие, классные, которые вы тоже можете купить здесь и как-то разбавить интерьер. Ну, прекрасный же цвет, правда? А тут есть еще и черненькие. А это что? А это трюмо с подвеской Прима. Это просто мечта каждой девушки, ну и женщин, и бабушки, и просто вообще любой представительницы женского пола. Здесь вот такие вкручиваются лампочки, которые подсвечивают, и здесь можно краситься, прихорашиваться и просто любоваться с собой. Кстати, будет отличным подарком. Скоро там 14 февраля, 8 марта, поэтому идемте дальше. Вперед. Так, что у тебя над головой? Можешь показать? Люстры. Посмотрите, какой приятный желтый свет. Вот это действительно люстра в стиле лофт. Немного грубая, но при этом очень уютная. Идемте дальше. Комод. Просто комод. Стоп, а что за картина? О, это, кстати, в Айка очень много картин, которые вы можете приобрести. Если вы смотрели все наши выпуски на Ютубе, то вы знаете, как разбавить интерьер с помощью таких интересных картин. Очень классное решение. Идем дальше. Так, а это стол с эпоксидной смолой. Просто посмотрите, как красиво сочетается дерево и смола. А из чего из дерева? О. А из чего дерево? Дайте-ка подумать. Наверное, из дерева. Ладно, наш оператор, он просто уже все. Ну, идемте дальше. А это чемоданчик, в котором вы можете хранить деньги, картошку, лук, кота, не знаю. На самом деле очень классно будет вписываться в интерьер. Так. Чемодан. По-моему, классно. Идемте. Эвелина, купи мне вот этот. Когда-нибудь. Скряга. Итак, много диванов не бывает, поэтому посмотрите. Синенький диван Шел. Другой синенький диван Мика. И Раквил. А я не знаю, my English is very bad. Ну, в общем, синенькие диваны разных фасонов, разных размеров, разных фактур. Но они очень классненькие. Посмотрите просто. Очень приятный материал. Так что, приходите. Идем. Ну, а тех, кто любит что-то такое строгое, черные кожаные диваны. Почувствуй себя победительницей. Ну или директрисой.
Подаришь? Нет? Ну там 23 февраля когда-то вроде бы должно быть. Аккуратно. Аккуратно. Смотри, еще один интересный серенький диван. Ну, диванов же много не бывает, правда? Идемте. Тестим. Мягкий? Так, да. Мягкий. Идемте. Абсолютно все. Начиная с детских кроваток, с взрослых кроваток. И тут можно даже купить штаны, джинсы. Почему нет? А теперь то, что я очень сильно хочу. Правда, туда ничего не поместится, и как бы... Но вы посмотрите на этот шкаф. Просто посмотрите на этот цвет. Это не изумрудный, это не цвет хаки. Это что-то посередине, но очень красивое, правда. Ой, я люблю. Я люблю такое. Огромное разнообразие диванов и кресел. А теперь я вам покажу очень классный функциональный шкаф. Побежали! О! Идеальные шкафчики. Так, оба! Ну, любимое выражение. Оба! Вот, по-моему, очень красивый. А это что? А это мечта хозяйки. Здесь можно и грязное белье, и чистое, и какие-то средства, шампунь. Господи, здесь можно хранить абсолютно все. Функциональная штучка. Так. Здесь палец тыкнуть, наверное. Опа! Чудо! Чудо! Все. Опа! Вот давайте посчитаем в комментариях, сколько раз я сказала за выпуск слово «оба». А? Вот такая вот ручная магия. О, что это такое? Очень удобный функциональный шкаф. Но мне очень нравится, как располагаются сами полочки. Мне кажется, что это необычное решение. Я думаю, что в деле это очень удобно. Для хранения вещей. Или денег. А теперь мечта моей старости. Кресло-качалка. О, я вот представляю, как я проведу вот так свою старость, доживая последние свои года. В общем, очень удобно. И, кстати, тоже впишется в стиль лофт. Ну что, дорогие друзья, я искренне надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал, будете следить за обновлениями. А я вас всех люблю, обнимаю, целую. Поэтому до новых встреч. Пока-пока. А пока. Я отдыхать.